Прежде всего, я бы хотел подчеркнуть, что у нас в Абхазии, я как гражданин Республики Абхазии, как ветеран нашей Отечественной войны, хочу подчеркнуть, что у нас в Абхазии не существует русофобская политика. Русофобская политика не должна иметь места здесь, в Абхазии, так как мы, наш стратегический партнер, это российское государство, которое нас признал и которое нас поддерживает во всех отношениях. Мы с ними должны всегда находить общий язык, и, соответственно, и российская сторона тоже должна находить общий язык с нами, так, чтобы нам всем было комфортно жить на этой земле, и мы не должны раствориться в этой большой политике, чтобы мы оказались не в том месте, где мы должны быть. Мы не хотим, чтобы повторить колесо истории. Нам, наш народ пережил многое чего в жизни, и вот это, чтобы не пришлось, и мы должны правильно себе, ну, ориентир должны взять, чтобы мы, как нас признали, и мы должны это, как говорится, оправдать доверие, то, что нам, к нам проявила российская сторона. Путь, который мы выбрали, я думаю, что это правильный, и мы никогда не должны от этого уходить. И то, что ну, разговоры там всякого рода бывают, конечно, бывают трения в политике, но, тем не менее, мы должны находить общий язык. Вот мое мнение. И все вопросы, которые бывают, возникают, безусловно, не без этого. Проблемные вопросы бывают, но, тем не менее, мы должны сесть на стол переговоров и спокойно, в спокойной обстановке должны решить все вопросы. Что касается вопросов, допустим, ну, там, выборы, там, президента или там, или парламента, или там, еще другие вопросы, все вопросы надо мирным путем решить. Внутри Абхазии мы не должны переходить какие-то рамки.